Здорово! Как у вас житуха? Я просто смеюсь. Это на стоянке от офиса. Буквально 10 шагов, и я у двери офиса. На парковке. Короче, приехали ребята, команда. Я уже, наверное, говорил, делать новую крышу. Перестилать там все это дело. Кстати, ребят, спрашивайте, погода. Ну, градусов так, 5-10, вот так днем. Ночью немножко заморозки. Короче говоря, я попросил их не приезжать сегодня, завтра и послезавтра через координатора. Потому что мы записываем очень много всяких видео новых. И вот так вот, чтобы не увозить эту лестницу, они ее прикрутили. Нормальный этот самый кабель, да? Но замочек, конечно, как говорится, одним ударом. Ну, просто прикольно. Я думаю, вам понравится. Это, как называется, перебор. Ладненько, давай, успехов.